мальчики мы записали, скажем так, ваши фамилии по ходу, да? И два слова в вопросах безопасности, да. Вы будете выходить на территорию. У нас сейчас предприятие работает только на отгрузке, и тепличный комплекс, соответственно, производство не работает, но все равно на территорию заезжает транспорт, есть, заезжают сторонние организации, и, соответственно, наш технологический транспорт работает. Соответственно, значит, в первую очередь реагировать на подачу звуковых сигналов, не заходить в зону движения транспорта, маневров транспорта, то есть там, где идет погрузоразгрузочная работа, то есть вас будут проводить по безопасным местам, соответственно, ну, будем говорить вот так, как бы информация есть, да? Значит, и у нас есть такой риск, как падение во время движения, то есть для того, чтобы не попасть под этот риск, нужно смотреть под ноги, не спешить, не наступать на возможные препятствия, ну, соответственно, во время движения мобильным телефоном нежелательно пользоваться, то есть нужно остановиться, поговорить по телефону и получить. У нас мощность двух заводов, мы записываем 150 миллионов, это уже растение перед высадкой на полях. Это у нас участок закаливания, это уже сама высадка. То есть я спрашиваю, как вы сажаете? Вот. Итальянцы придумали цветные трактора. Мастер фотографирует свои растения, и отсылает потом Николаев на анализ. И Николаев уже автономно анализирует состояние растений по всем полям нашей компании. Тут же приемка, готовят томаты. Идет исследование на зеленое, не зеленое, качество. Алло. Это наши воды очистные. У нас автономные, именно под нашу воду. Самого производства томатной пасты. Все автоматически, людей минимум. Это уже показатели, которые от нас требуют клиенты, мы проверяем сами, частично заказываем аутсорсинг. Это наполнение. Вот эти вот мешки, вот они сейчас стоят в бочках на улице. То есть у нас паста стоит 2 года на территории завода, ничего с ним не происходит. Химию мы используем. У нас есть обработка паром, рельнцы слова. Это южный завод, который самый первый у нас еще с нашим заводом. Северный завод 2009. Следующий будет восток. Я Шуала себе представляю. И какая роль его в бюджете района, значит, сельских советов. И вообще в состоянии социально-экономического развития, как мы говорим. Самое страшное то, что я никогда не ожидал, вот у меня приличный стаж работы в агропромышленном комплексе, занимал разные должности, и это впервые встретил то, что есть ряд людей, которые против того, чтобы был построен завод на территории Северинского района. Для того, чтобы построить этот завод, его надо обеспечить землей. То есть для этого завода надо 6 тысяч гектар земли. Мы планировали, что где-то в пределах 4 тысяч гектар надо набрать в Снегиревском районе и даже в Березневатском. Я завтра планирую встретиться с главой администрации Березневатского района, с начальником тюрьмы, там, значит, со всеми подобителем. Ряд встречи и силы поговорить, значит, это, на эту тему. И учитывая, что этот завод обеспечивает Жовтневый район, в Жовтневом районе для того, чтобы он работал без Снегиревского района, потому что сегодня томаты оттуда идут сюда, то надо набрать где-то в пределах 3-4 тысяч гектар земли. Поддержка со стороны администрации полнейшая, потому что этот завод дает где-то 75 как он, а вообще-то мы рассчитываем, что этот проект, в общем, должен давать 200 миллионов надхожей в разные бюджеты, значит, это начинающие бед сельской рады, районной рады и заканчивающие державным бюджетом. Це достатньо велика кількість роботи людей, можна сказати, от, і Константинович в тому плані, що постійно сьогодні на цьому заводі працює 85 людей.
Значит, в период сезон 275. Але ведущий добавляет до того, и с работой завода повязано еще 200 рабочих дней. Это мається в виду, то зав'язано и харчування, там, и лаборатории, ті, з якими ми працюємо. Ну, достатньо кілька. Якщо взяти то, що в цьому році минулого, заробітна плата склала 6 тисяч гривень, візьміть 2 тисячі працюючих, то це ті надходження, які йдуть в бюджет району і в бюджет сільської ради. Достатньо, значить, я такі пішли. Хочу зразу сказати, що використовується сьогодні против нас. Ми працюємо на території Новокиївської, Центральної і Червонознам'янської сільських рад. Ми поняли, що це ті сільські ради, де саме більше одноосібників, і ми маємо право з ними зустрічатись. Ми працюємо із фермерами. От сьогодні 4 невеликі фермера із сільських рад погодилися, значить, я то здати в оренду нам землю, але ми повинні їм просто допомогти в вирішенні деяких організаційних питань і, в першу чергу, розпаювання фермерського господарства. Реально я бачу, що можна набрати цю землю, але ситуація такова. Там працюють вже наші люди, і от люди тільки прийшли, значить, по одноосібникам. Зразу йде друга категорія людей і починає людям угрожати. Я думаю, що ми відключимо вони. Ті, які повинні, значить, угрожають всім. Ну, як нам одні люди сказали, що вони еліта, значить, і вони мають вплив такий, то я думаю, еліта не в цьому проявляється. Еліта проявляється в тому, що були надходження в бюджет і забезпечити роботу бюджетних організацій. Це і так само освіта, це і культура, це і органи охорони здоров'я, значить. Ви думали друге, значить, що вони заберуть у вас землю. І ви розумієте, люди різніші, ви розумієте, по-різному в них поняття, значить, у цьому. Ми йдемо роз'ясняємо, значить, кажемо, що ви зверніться до юристів і скажіть, будь ласка, як можна на сьогоднішній день забрати землю. Потім говорять, значить, то вони вам як насчитають за землю, значить, що ви будете все життя платити, тобто. Такий момент може бути. Як проблема. Ми заключаємо чоловіку договір на 7 років. А йому щось таке через 3 роки придумалося, він приходить, каже, я хочу розірвати з вами договір. А договір розриває тільки коли? Коли одна із сторін не виконує свої обов'язки. Хочу ще раз сказати, значить, що без землі, от це, що ви побачите тут, воно нічого не стоїть. Це група метал, от, і якщо сюди серйозні поступи, ви самі прекрасно. Тому ми зацікавлені, як можна більше працювати з цими людьми. Хочу сказати друге, що компанія не жадна, в якомусь плані, значить, ми стараємося платити кругом більше хоча б на 1 гривню, значить, чим платять ті, хто рядом знаходиться. Ми стараємося друге, що я от пропоную, беру, значить, фермерам цих трьох, значить, сільських рад, кажу, давайте зустрінемося за столом переговорів. І конкретно переговорів. Якщо ви, ну, я знаю, одне господарство є, у нього числиться 400 гектарів, а фактично він обробляє дерево. Тобто йдуть надходження в бюджет, соответственно, і великі суми, тому що сьогодні налог на землю платити легше, значить, чим платити, ну, ви поняли мене, ілі 25, ілі 50 гривень заплатити за гектар налогу за землю, ілі, якщо навіть середня ціна 1000 гривень, ілі 1200, і від цього взяти 18 бюджет, то, як кажуть, платити це дуже велика різниця. Ми хотіли з ними сісти і сказати, дивіться, ми зустрічалися з фермером, ось одноосібники, ось того, тут. Ми готові з вами сісти, готові вас брати в оренду землю, готові. Тобто давайте зайдемо. Ну, комусь, наверное, ця ситуація не вигідна. Або може все-таки дійде до того, що кожен має право на цій землі, згідно чинного законодавства, працювати з людьми, і може підуть на те, щоб поговорити з нами. Слідуюче, значить, задали були питання по
капельки, значит, это, что мы, это просто на сессии было, значит, это, что мы сжигаем все. Я дав спеціально слово Сергію Вікторовичу, він зразу сказав, 4 роки ця робота вже не проводиться, тому що капелька настільки дорога, що сьогодні ходять, люди просяться бригади, значить, це за те, щоб їм дали досвід, значить, убира, ну, 10 гривень за кілограми. Тому і цей вопрос не вдав. Потім вирішили питання, вони кажуть, так, от ваші машини будуть їздити по на той перевоз і будуть розбивати дороги. Я думаю, ви їхали, ви бачили, хто розбиває дороги. Якщо ми два буквально місяці працюємо, значить, і перевозимо те, що згідно чинного законодавства і постанови Кабінету міністрів не більше 18 тонн, ми своїх машин не маємо. Ми об'являємо тендер, значить, перевоз цих перевозчиків, от, і перед ними основне єдине питання. Значить, повинні бути машини такі з прицепами, щоб в них не було більше 18-17 тонн, значить, я тут. Якщо тільки де це обнаружиться на заводі, людину зразу керівнику йому дзвонять і його убирають. Тому що це помідори. Помідори неможливо везти так, як зерно, розумієте, що ні? Не по 40. І я говорю, їдеш, така погода, то все, круглий рік. 40-тонні машини, значить, і саме цікаве, знаєте, в чому план? Що ті, хто розбивають дороги, ті поворачують, беруть указки пальцем на нас. Оце їхня основна робота. Тобто, хоча при цьому я не хотів тоді говорити на сесії, значить, усі знають, значить, то, що ми раз 100 тисяч, да, Віктор? Да. Другий раз 70 тисяч віддали, значить, то, на дороги, значить, тобто ми приймаємо участь. І президент компанії сказав, каже, я готовий вкладувати кошти, значить, в ремонти дорог. Але тільки, напевно, треба, щоб було прийнято рішення, напевно, сесії районної ради, де, значить, от гектара землі, якою користується любий фермер, любий виробник, крупні, візьміть сума, яка потрібна на ремонт дорог, значить, поділіть її на кількість гектар, вийде 250 гривень, платимо 250, вийде 300, платимо 300, беремо. Проблема не? Ну, друге, що ми стараємося, у нас єдиний появився, навіть, все-таки момент, де ми упустили, зараз займається. У нас, на превеликий жаль, у Снігурівків самі. Значить, ми не обідали людей, ми з ними раніше заключили договори. А зараз із ким ми перезаключаємо, беремо, то різниця дуже солідна в оплаті. Ну, ми платимо десь 1500, значить, це за 1800 платимо, у них менше. Тому переговорили буквально з президентом компанії минулого неділі, значить, ми все-таки складемо додаткові угоди з тими людьми, які працюємо, і підвищимо їм теж орендну плату. Ну, ми, якщо піде ганітьба така, як одні говорять, за тим, що почнуть піднімати орендну плату, то ви прекрасно розумієте. Крім Ніболона, і з нами в цьому питанні ніхто не справиться. Ви самі прекрасно розумієте. Значить, це що можливості, оце основний продукт, на якому прибуток отримує компанія, значить, томатна паста. Тому ми і говоримо, ребята, давайте сідати за стол переговорів і прекращайте вести отаку антидержавну, антилюдську просто, значить, пропаганду проти компанії. Ми, я вам називав вже на цих, ми перерахували в минулому році 175 мільйонів. Ми не маємо заводу у Снігурівці, маємо тільки 3600 гектар землі, значить, там. І за все це ми перерахували в різні бюджети 14 мільйонів. 14 мільйонів. І якщо ми платимо сьогодні і з кожного гектара 3600 гривень різних податків, значить, то ті, хто займається зерновими технічними культурами, від 45 гривень до 100 гривень. Значить. А кої хто і цього не платить? Майже набагато більше. Ми про це я говорю тільки вам. Татом, хто приїхав сьогодні, працівникам адміністрації, ми це ніде не використовуємо. Ніде не гіпірів, ми кажемо, ми вам не мішаємо працювати, ви не мішайте нам.
А люди самі определяться, кому здатися. Ми навіть, я вам відверто скажу, отримаємо, напевно, задоволення в плані тому, що ми використовуємо чисто людське. Після того, як ми де пройшли і побачили наші зацікавлені, то хоч трошки починає, що робити? Увеличується орендна плата, значить, є то і фермерами. В одній із цих сільських рад, які я назвав, середня плата буде складати, в залежності від грошової оцінки, 1800 гривень з гектар. Чистими люди отримають на це 1500 гривень. Тому ще раз повторюю, поможіть нам, в якому плані сісти за переговори, Тетяна Ніколаївна, з ними ми готові. Ну так, як хто кричить у вас, там, постійно, там, що хочете, значить, ми в його на танцівки не будемо. Ну, я йому то сказав, каже, Сережа, давай зустрічатися, тим більше, що ми з тобою працюємо. Бачите, він обідався, коли що йому з насосу не дали там води, а то ні що-небудь. Ну і безплатно ж ніхто не дає. Посчитали затрати, які йдуть на сосу, і, пожалуйста, заплатити так, як ми платимо. За воду беремо управління водоканалів там на те. Дякую. А тепер, пожалуйста, якщо є питання. Ну, я хочу, може, сказати, що у нас тут присутні саме і підприємці, і депутати, і просто небайдужі громада саме з міста Снігурівка. Я думаю, що всім снігурівчанам дуже-дуже зацікавлені в тому, що в нас на території заводу. Крім того, знаєте, от ви зараз працюєте, і ми допомагаємо, так, селя представляє свої плечі. Саме підтримка трьох сільських рад, ну, при тому, що треба нам попрацювати і по місту Снігурівка. У нас також по місту Снігурівка, тут депутати, я думаю, і голова земельної комісії, в нас 1200 гектар також під одноосібниками. Тож необхідно всім депутатам працювати, і у вас на території міста Снігурівки є також, у нас роднічок, да? Збільшити просто земельний банк. І враховуючи, то ми також аналізуємо, що скільки податків надходить, то це Снігурівка по-любому виграє в даному напрямку, якщо буде збільшувати земельний банк. 75 людей цих постійних, це їхні. Ні, ну от в нас, ми так прораховуємо, десь є Сергій, немає, да? Сергій. 630 людей, працюючих саме в Снігурівці на полях. Це ви от говорите лише за завод, так? Да, ну да. Якщо збільшиться земельний банк, от якщо у нас 1000 гектарів під томатами, да? 1200 гектарів десь так під томатами, да, Наталя? 1300, да. 1300, так? 630 працюючих. Якщо це дійсно буде завод і збільшиться, то зрозуміло, що якщо буде вже 2-3, це додається працюючих, це ж ми говоримо лише за, будемо сказати, завод, да? Це додається в сільському, ну, висадки томатів, це буде, ну, як мінімум, те, що ви... 20 підрядних організацій постійно з нами робити. 20 підрядних. От ми будемо пройдемося по заводу, і ще додається скільки робочих місць у самих приватних підприємців. Те, що ми прораховували, десь до 1000 робочих місць з'явиться, це і на землі будуть працювати, на заводі, на тепличному комплексі. Ну, я думаю, що ми всі зацікавлені, ну, я думаю, що може ще хтось що додавати. Все, спасибі. Тоді ми... А можна вопрос? Да. Тому що, по ходу, будемо тяжелее общатися. Ось такого характера. Сейчас розпространяються такі слухи на уровні жителей Снігурівки, значить, об очисних сооруженнях. Я би хотіла, щоб ви чуть-чуть шире і більше розказали. Тобто, річ йде о запахах, о присутствии, или там для екології чревато. Чим це? Скажите чуть-чуть больше, как работает ваша честная, что и запах сделать. Лариска, а ну включи мне там, где общая такая панорама, мы это покажем потом. Рядом желательно с обидом быть. Очистные сооружения, они будут закрыты, вы понимаете. Та вода, которая, значит, поступает, она по новой очищается. И это на этом заводе, который Снегурки. Потому что главной проблемой, которая сегодня мешает, является, это вода. Вода соленая, вода не эта. Поэтому перед техническим директором поставила задача, что очистные сооружения работают, значит, это... и очищается по-новому, и опять по замкнутому кругу. Поэтому разговор ведется о том, что будет очень большое, значит, это, ну, типа водохранилище такое, где будет накапливаться, вот сейчас идет промывка, значит, тянулится,
третий, четвертый день вода хорошая. Потом вот за этот период мы должны набрать эту водохранилище воду. Вот вы видите, что делать. Вот такое чистое сооружение. Вот, посмотрите. Значит, я вам скажу, что вода иногда бывает такое, значит, которую мы взяли из Днепра, значит, то после очистки вода чище, которая использована уже нами, она чище, чем та, которая поступает с Днепра, и набагато чище. Значит, тут будет только сам Дунгер. Через что мы, если обратили внимание, мы там, когда обращались, значит, к депутатам районного совета, администрации, мы просим 70 гектар земли. То есть, это значит, вы же еще не задали за вышивки эти. Поэтому 40 гектар и 30 гектар, значит, это вот у нас буквально, значит, это за этим заводом площадка, значит, где идет утилизация, переработка, значит, этих отходов. Поэтому запаха вообще ничего. Тут люди рядом живут, значит, это может немножко чуть-чуть тут некомфортно, что рядом и машины, которые как будто бы идут. Но эту дорогу, она на нашем содержании полностью, 100%. Если где-нибудь что-нибудь там разбито, или что-нибудь мы ее ремонтируем, берем, приводим в порядок. А там, ну, немножко, не немножко, а намного дальше, да, насильно получается, серые площадки. Ну, вот, я думаю, если Мелевские много, вы же вот в расцвете база, там есть два накопителя. Может, да, вот есть два накопителя. Вот Любовь Петровна говорит Бронникова, потому что, ну, мы с ней очень, и вы общались, да. Именно в летний период там есть такой накопитель. Я не помню, сколько было голов тогда свиней или крупнорогатого, что именно всю зиму им хватало именно напоить, именно они не брали из городской системы воду. Вы тоже там рассматривали, что не будет. Нет, система не будет. Они даже, ну, мы встречались еще зимой, они даже не смогли обеспечить, даже если, ну, полностью с ними лёгку отрезать, не хватало бы машины. Если будет, ну вот в чем преимущество, что именно завод работает в тот период, когда в канале есть вода? Ну, мы говорили с вами изначальником отхода этой области. Он говорит, позже, чем 1 октября, говорит, они до 1 октября держат полностью дачи. Но мы плюс до того, вот, наверное, вы обратили внимание, вот, когда пошла дорога на Кобзарцы, и тогда, где канал, вот, это, значит, это все дело. Вот рядом Рассветовское водохранилище, значит, это оно рассчитано на 500 тысяч кубов. Мы считаем это. Плюс до того, еще этот канал, значит, который в этом канале они воду будут держать постоянно, из расчета, что надо фермерам для полива, там же овощи, другое, и для завода. Но мы на это не сильно рассчитываем. Поэтому сегодня уже сказано четко, что, наверное, где-то 100 на 100, значит, это и плюс на 3 метра глубиной будет свое водохранилище. Вот такое. Пожалуйста. А еще вопрос государственной регистрации. Вы зарегистрированы здесь, на месте, государственная регистрация? Нет, меня не в этом городе, Николаеве, да. Именно вот в этом районе Жовнево. Жовнево. Юридический адрес. Жовнево и Шевченковская сельская рада. Вот это, ну, там будет Мискрада. Я понял, что это земля Мискрада. Конечно. А? Если в Снегирёв, да, тоже, да, есть, да, да. Налоги будут идти в Снегирёв, да, в казну? Да. Ну вот мы за чего, я так и понял, Любовь Николаевна, за чего этот вопрос, да, возникает, да. Если вы зарегистрированы в Жовтневом районе, значит, налоги будут здесь, отчисления на зарплату, все будет здесь. Да. А если будете зарегистрированы в Снегирёвском районе, мы будем получать тогда Снегирёвский район. Вот за чего тут фишка в этом? Нет, я вам скажу, что вот у нас уже были такие моменты, одно время мы решили соединить, была организация «Родничок», и в Гороховке у него там бюджет увеличился был где-то 1000 на 170 на 180. И вот вы представляете, когда сказали, что надо платить все налоги у Жовтневый район, в каком состоянии был Фурсовка, значит, это. Ну, оно пробились, значит, все то, что делается, значит, это в Снегирёвском районе, что делается на территории Гороховской сельской рады. И они были очень сильно заинтересованы. Мы выкупили это хозяйство, маяк это был, маяк, да, выкупили, было 1500 гектар земли. За этот период, что мы там работаем, там сегодня числится 2400.
То есть и люди заинтересованы. И вы знаете, не с одним фермером. Там коряин есть такой, да? Коряин, значит, это он. И он мне это держит, уже вложил. Не работай себе. Мы ему сказали так. Мы у тебя возьмем землю только тогда, когда ты решишь продать корпоративные права. Если тебе оно надо есть. Больше с другими мы работали только из... С Куйбышевским начали эти игры. Наверное, это и неправильно немножко, значит, это когда они до батюшки просили, чтобы мы не увеличивали арендную плату, значит, чтобы она была на уровне их и наш. Ну, такое иногда существует, значит, но только с порядочными людьми. А если в лицо говорит одно, а сзади нож в спину, то с ним будут поступать так же, как и. А еще вопрос такого характера. Какие у вас вспомогательное производство есть? Вот, а где вы используете продукты отжима, так сказать? Где они? Утилизируются? 40 гектар площадка, на которой проводится утилизация. Просто утилизация? То есть, ну как вам сказать? Просто переливают. Его на 4 или на 5 поделено. Каждый год, значит, это все это дело вывозится туда жмых. Работает там трактор, значит, этот бульдозер. Разортает, делается, дает возможность, значит, высохнуть это все, и перепахивается, и на следующий год зимний труд оттуда, или пшеница. Сейчас американские компании в Украине инвестируют в кормоперерабатывающие заводы, то есть производят корма для животноводства. Вот они уже к нам помогли, приезжали, брали пробы, шмыхов, и сейчас переговор идет по, будем им отдать. Ну, давайте так, я вам этого не говорил, но мы над чем работаем сейчас, первые. Мы в Италии делают такие большие мешки высотой или диаметр 3 метра где-то, значит, это. И что делают? Силосуют, берут в эти мешки прямо, значит. Спрос в людей есть. Мы им, наверное, предлагаем бесплатно берите только, значит, это или что. Это первое. Второе, техническим директором поставлена задача, как это все дело сделать на палете. То есть вот это, которое высушивается, а потом делаем палеты для того, чтобы оно было... использовать, значит, это в отоплении. Вот эти два момента, на которые то все такое делается примитивно, а вот эти два вопроса. Ну, на сегодняшний день пока оно высушивается. Да, 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 запахивается и... Во время высушки запах не идет, во время сушки? Нет. Ну, я вам хочу сказать так, ему виднее здесь, но нам не поступило от людей ни одной жалобы. Мы, наоборот, когда тут слушания проводили, то разговор был о том, что только завод здесь и деньги. Понимаете, сегодня Сергей Александрович очень настроен на то, чтобы завод был построен с Снегирёв. Я не знаю, или Татьяна Николаевна его там убедила, или кто-то там еще с какой стороны подошли, там это все что-нибудь. Но он будет очень больше затратный, вот в связи с вот этой водой, значит, там это все такое дело. Давят на нас эти херсонцы. Лично, значит, это депутат Верховной Рады, там есть такой Гордеев, значит, это все. Мы готовы вам землю предложить, мы готовы кто-то и кто-то и кто-то. Я никогда не помню еще, чтобы шеф не выполнил свое слово, если где-то сказать. Потому что этот, вот этот завод должен был быть в Снегирёве. Вот этот завод, что тут построить. Это как-то так, он был в основном не смысл, но... Ну вот несколько руководства даже, а в плане том, что газа не было, значит, он когда же появился, а без газа тут никуда не денется. Значит. Поэтому мы там быстрее пройдем, я понимаю. Ну, лучше мы тут людям ответим на вопросы. Да, так легче. И еще вопрос такого характера. Что нам позволено сегодня? Мы приехали со своей камерой, дабы донести до общественности нашу сегодняшнюю беседу, встречу, итоги нельзя, и так да. далее. Ничего не надо. Фотографии все дам. Камерой снимать нельзя. Ага. Не, а здесь, здесь вот вы общаетесь, пожалуйста, на территории завода нельзя. В каждом бизнесе есть. Понятно, есть я хотел бы мы вас поведем на тепличный этот комбинат этот наш. Но никто не зайдет. Я вам скажу, я не захожу, потому что там тот определенный круг людей, который там работает. А вы понимаете, что такое вирус? Занести
следующую рассаду уже не будет, потом, значит, это я решил. Очень закрытое такое предприятие, значит, и, наверное, правильно. Вот здесь прописано? Нет, мы пройдем, вот, общую картинку, вот у входа хотя бы там. Я сфотографирую все фотографии, я понял, что у них, Лариса, у них, наверное, есть... Свой тоже. Свой там... Да, есть. Не, а фотографии... Можно, фотографии... Фотографии вы получите. Все. Фотографии все получите. Я снимаю. Все, она сбросит вам да. все. Как... То, что вас будет интересовать, вы говорите ей. Она будет уже определяться. Это попадает в зону? Есть сюда, тут вопроса даже нет. Тут ничего секретного нет. Да ничего особо секретного да, нет. Такой... Просто политика компании. Фотографирую только я, все интересующие вас фотографии, я вам все абсолютно дам. Ты что, бесплатно? Еще, пожалуйста. Нет, Самарович. Да. Редактор газеты вместе с ним говорит. Спасибо. Ну, ситуация такая, все, конечно, красиво тут. Я понимаю, что я тоже душой и сердцем, чтобы к нам зашел инвестор, такой, как вы, все. Но не все так просто. Я, может быть, ну, не могу такой компании советовать, но все-таки вам нужно, ну, нужно сесть за стол переговоров с людьми, ну, с уважаемыми людьми района, которые, ну, буквально обратились ко мне, напечатать свою мысль по вашему заводу. Понимаете, в чем дело? И это будет чуть-чуть не такая статья, как, ну, она не очень вам понравится. Как они написали. Да, как, не, да. Так что, чтобы я вам пожелаю, чтобы вы это все просмотрели, не опускали руки и как-то поработали с ними, нашли, пришли к... к общему мнению, и чтобы у нас завод был. Вы знаете, мы знаем, кто за этим стоит. Те люди, которые с вами говорили, это только исполнители того заказа, который они получили. Вы же понимаете, но поймите правильно, такое предприятие, значит, это где-то уже несколько миллиардов стоимости компании, да, значит, то есть же, наверное, служба безопасности, так или нет. Она владеет ситуацией, фамилиями, там это же. Хочу сказать одно единое. Вы были на сессии, когда я тоже говорил. Мы готовы, открыты для встречи с любым. Сережа после того подходил, говорит, да, он уже понял, что не по нему. Надо садиться на стол. Я говорю, в любое время дня и ночи. Куда сказать? Потом он подошел к Татьяне Николаевне, говорит, вы нам организуете, значит. Я же говорю, что мы видите, я даже завтра вот встречаюсь с начальником колонии. Есть ряд вопросов до него по всем. Завтра встречаюсь и с главой администрации Бериста Яваски. Завтра постараюсь, если он на месте будет, но ему выезд запрещенный, значит, это мы с ним случайно в день сессии встретились, с Брянюком, значит, это все. Я думаю, что с ним встречусь, тоже это там, поеду домой к нему, значит, это мы договорились там. Вот это все. Так что... Я за эти вопросы отвечаю компании, за связи, за организацию, за этими, на мне это лежит. Вы нигде не услышите, что я кому-то отказал или что. Я наоборот инициирую. Значит, давайте, давайте, а ты предал, давайте. Ну вот хочу даже этого начальника колонии, он как будто бы там авторитетный человек. Хочу его попросить, значит, чтобы он, значит, подключился. Ну никуда они уже не денутся, понимаете, они будут работать и с нами, потому что ну скажите, на каком основании, по какому закону он имеет право это дело делать, а мы не имеем? Мы одинаковые перед законом, причем что разница только в одном, что мы работаем, не только хозяин работает на себя, он работает на его вот это долбит. Он одному человеку встретится, там переговорит и говорит, у него сумасшедшее количество земли. Говорит, сколько ты платишь налог? Когда он назвал сумму, он за голову взялся. И он даже говорит, так почему в нашем государстве может быть такое? Один платит налоги, и говорят, что, я говорю, вот когда за школу-то говорили на сессии, ну это ж кощунство. Ну как от этих детей, хоть их там и 20 или 15 или что-нибудь, значит, это находится, ну как их куда-то везти, значит, это. Да еще везти по таким дорогам, как у нас в области. А особенности, я помню, что еще, когда в Верховную Раду баллотировался, значит, это с Рябикиным, это все ревновало. Ну, выбрали почему-то Рябикина, который в первом созыве ни разу не появился. И во втором созыве появился
когда агитировал за это дело. У него было много денег, он праздники искусств проводил, там проголосовали. И что после того? Дороги появились, значит, эту Снегирю? Нет. Таких дорог, как в Снегиревском районе, нет ни в одном районе Николаевской области. Насколько я помню, когда ездил по всей области, тогда знал это. Может, сейчас что-то изменилось, а где-то сидели, разбили их там, это решение. Нет, наверное. Иван Дмитриевич, ну Рябикина выбрали, потому что у него была хорошая пиар-компания. Да, что он сделал, это другое. Я же хочу перейти второе. Что все-таки, мне кажется, же недостаточно мы освещаем, не обязательно через нашу газету. Вот это все, значит, вы знаете, что общественное мнение, это очень важно. А слабовато, честно говоря, надо сделать через интернет, через областную прессу, через еще объяснить вот это. Тогда, я думаю, что это будет успех. Да. Да, надо это штурмовать. Давайте, значит, кто ответственный там от них. Есть же там свое телевидение. Если вы что пропускаете что-то через интернет, да? Мы готовы какие-то интервью, там, какие-то снимки. Ну и плюс зато вот первые мы взяли, сделали. Следующий выпуск мы опять, значит, свой кладыши. Сейчас разносят их по селу, значит, это и в одном, и в другом, и в третьем сельском совете. Там полностью показано. Ну, спасибо вам, значит, что это. Да, да. А, то ты... Все, спасибо вам большое. Пошли. Тут надо смотреть, тут надо правильно, тут надо более глобально. Вот мы сейчас покажем, как работает даже для сельской рады. Лучше туго инвестора иметь. Где будут люди брать землю? Где? У односельников и пайщиков, правильно вы будете брать? Значит, людям надо показать, сколько они платят. Людям самому. Это все, да? Тут можно. Это вам. Спасибо. Все по количеству. Только фотография. Еще нужно достигнуть, потому что его не бывает.